мне что-то нехорошо, мистер Старк? Нет, все хорошо. Мне что-то нехорошо. Нет, все хорошо, пацан, все хорошо. О, боже, темнеет в глазах. Давай, сынок, давай. Я не хочу уходить, мистер Старк. Я знаю, сынок, я знаю. Пап? Че? Чего? Могу ли я вас звать папой, мистер Старк? Я не знаю, я... Нет, нет, сынок, сынок! Вы мой отец, мистер Старк. Я не твой отец. Окей, мне жаль, но я не твой отец, я не твой отец. Тогда почему я ношу это, мистер Старк? Я не знаю, зачем тебе это. Где ты ее прятал? О, мистер Старк, я не хочу вас покидать. Да, я знаю, сынок, да, я знаю. Вы ведь мой отец, мистер Старк, правда? Ну, конечно, сынок, конечно. Я твой отец, окей? Ты мой большой, богатый папочка. Я буду скучать, сынок. Я буду скучать. Кто знает? Может, ты вправду мой сынок. Чего? Какого? Что? Я слышал вас с того света, мистер Старк. Я слышал, что вы сказали. Послушай, сынок. Ты не мой сын. Но я забочусь о тебе, как о настоящем сыне. Это неблагородно, мистер Старк. Это нехорошо для меня. Привидение Питера Паркера. Теперь я завладею твоим телом и буду звать тебя отцом. По-другому не могло и быть, Тони. Не могло и быть.